такой замечательный пулемет бросили, да? А что надо на пушке? Тут труба еще есть, слышите? В машине? Да. Не в нашей. Она без снаряда. Без снаряда. В смысле без снаряда? Она же... Крокодил нашел. Я вернулся в отделение, высыл. На 40, даже на 60. Да, сам-то веди их. Все, кому непонятно, где моя метка санта стоит, вы двигаетесь на 60, на поле, на восток не вылазите, до конца по лесу на 60. Ну или там можете заносить. Да. Хотите. У вас будет мышки на севернее вас, вы по полю перебегаете. Карт нет, Санта, карт нет. Кого отдал свою карту? Короче, если я уткнусь ебалом в пол, значит то, что я буду где-то секунд через 30. Те, кто идут за мной, ну, можете подождать и просто продолжить в том же направлении. Принято? Да. Ну это пустошка, мы тут все знаем наизусть, господа. Ну окей, значит сейчас те, кто там за мной идут, движение 50.
мне 50. Там, да. Смотри, один гаси. Сейчас аккуратненько один переходим 320. Дорогу. И дальше попали. Тоже в соседа пошел, видишь? В сторону дома. Нет, я знаю, что... Можно даже здесь можешь перейти. Понял. Сидел елочка, приказ. Управление 30. Сейчас перейдем дорогу, тебя подожду. Да-да-да. Деревья, да? Чужой пройдем. Ой, подожди. В смысле, а ты опусти пулемет, он не будет в глазах мутнеть. Я вижу, вижу его. Сейчас присел, дрыгается, блядь. Сейчас. Ты же не с поднятым бежишь, я надеюсь. На плечо. Не переживайте, кого тоже не успевает за самим собой. Да, ну прячется, да, наверное, америкос. Вроде как америкос. 69-70, желательно ближе к деревьям. Америкос, Саныч. Америкос, Америкос, нам еще свои подошли. Полный рост или мы ждем противника? Не, у вас там в лесу уже должен быть враг. Тут уже дымы валялись. Так что круто. Туда еще свои только что забегали, так что осторожнее. А это уже не свои. Санта, у тебя дальняя есть? Нет. Я тебя понял. Бен, я на топ не выходил, там вроде командир был. Нормально. Но есть что, она надо знать. Да-да. Продолжаем движение, давайте в сторону Елки. Я вот на вене. Я тебя понял, я чуть его в сторону елок сейчас. Я очень тяжелый, у меня, если что, блядь, три взрывчатки с собой, кнопка. Кусачки там, блядь. Там на севере вообще пиздец. Че, эффект неожиданности, атака с фига провалилась, что ли? Хотя казалось бы, тут еще идти. Но я надеюсь, что они сейчас на них перетянутся, и мы сумеем спокойненько относительно пройти туда. Ты на норме говоришь, кстати, я хуй услышал. Блять, я еле слышу, пиздец. Да блять, ты, а что ты здесь? Кого ты боишься? Русских встречных услуг. Подслушивающих. Да еле-еле вообще, еле-еле. На 120 дымы это наши или вражеские? Черт знает. Дымы там на 120 реально. Ладно, позже. Ну там еще СПН там должен идти. Там в деревьях кто-то лежит. Да, вижу. Ориентир. 120. Его ГП что-то похоже на наш СПН? Охот. Если сейчас дальше пойдем, там вот эти будут как раз, кто их гпшит.
делаем? Продвигаемся вперед потихоньку. И надеюсь, что зайдем на них. Если агресс, то это весело. Азимут 60. Оля в елочку. Идет. Рядом с дорогой. Еще заблудил. Они рядом. Ползает, видите, у дороги. Танчики видел? На 95 примерно елка, вот он где-то там за ней. Господа, я заблудился, к бэшкам пробежал уже, к Беркуту вообще. У кого карты есть, посмотрите, где Беркут Линк. Двигайся с ним. У нас командир убит, по-моему. Да, убит. У меня был ранен, сейчас пришел в себя. Всех в атаку нахуй. Давайте, давайте, на триггер заходим. Вот красные дымы, это чё? Скорее всего, наш. Вы нашли того, кто нас убил или нет? Ищем. Вартанчик, командир у соседней елки лежит, если что. Живой нет. А это вот он на 95 нашли, нет? Злодея-то расстрелял. Нет. Ну, командиру пизда, короче. GPS есть, возьмите у него. Вот, да, да, ты на меня бежишь, возьми GPS. А
Там слышал доклад, у нас на востоке за дорогой сидит вражина в кустах. Как пытается это все, блядь, а? Пойдем. Пойдем. Там просто доклад был старый. На востоке за дорогой в елках там какой-то стрелок лежит вражеский. Живые есть? Есть, есть. Двигаем, двигаем на пустошку, на гору. Санта, от тебя зима 60, дистанция 200. Похоже, калаш может с калашом был. Принял. Ушел за склон. За склон горизонта. Принял. Так, чуть выше за камнем. Там свой два. Блять, кто там мелькает, сука, не разобрать. Ползет какой-то Урал, смотри на меня. 140 рядом. 15-50 ползком. Свой. Принял. Свой. Знаем, че с ним. Раненый, скорее всего, давай. Медики были два только штабные и походу им пизда. Все, корм. Пошли выш. Там уже из ПМ в тайгер зашел. Давай, давай, братан, мы верим. Пошли помогать. Не, нихуя. Урал, через дорогу смотри, азимут 80-90, блядь. Так, слева, слева от тебя, за камнем, с глушаком, чувак. Свой, свой. Американец бежал на смерть. Предлагаю до бункер доходить. Да, 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 пойдем. Мы в бункере уже свои доходы. Мины в триггере не забудь. У них там стоит АГС, короче, в тайгере. Или ДШК, ДШК. Ранен, кстати, правда. По нам, отставить, не ранен. Бункер, 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 бункер. Нас видят, ГПшит визуально, остаточный. ГПшит примерно, блядь, с юга. Я зиму 160. Понял. За дорогой, тварь, сидит. 160? Примерно, может, да, оттуда враг там был? Он меня видел, оттуда стрелял. Меняю позицию пока. Он нас больше не мог ниоткуда видеть. Да, ведет огонь, азимут 130-140. Вот это он, по мне ведет огонь. Он и ГП шел. Слышу, вижу, работаю. Трассера, поставь, подсвети его, блядь. Ушел, да? Я живой, да. Да. Ты живой, еще живой. Я, прием, я не знаю, свой или чужой, но стрелял по нам именно он. Ну, пизда ему, значит. Так, Саныч, ГПшит, ГПшит, а зима 240. Привет. Сзади, сзади ГПшки где-то, блядь.
чем американские ГПшки, блядь. Стреляет по моей позиции, блядь. Отползаю к вам в бункер на север. Давай, давай, забегай. Вот к нам бункер спир... надо отходить, прием. С пердака зашли от бункера, а зиму 220 стрелок был с ГПшкой близко. Я говорю, от бункера надо уходить. Команды куда? Куда уходим? Давай выше поднимаемся на 300. Принял. Чем быстрее. Не забудь слева у тебя по плечу, под горой противник. Да. Наши. Короче, по, наш... по нашим следам пришел, как мы шли, понял? Да, да. Знаете, я еще иду в фонды. Короче, бросаем эту всю хуйню, как можно быстрее в город засочиться надо. Тут лесные воины, они бестолковые. Мужики, ориентир у нас с этого триггера будет 30. Рванули? Холда, это ты в ГП шел сейчас, нет? Нет, я не ГП шел. ТП поставил, спускаемся в елку. На 40. ГП шел американская ГПшка, но ГП шел по моей позиции. Меня ну, видел меня. То есть это за оружие захватили наше. На зиму 120 да. Справа техники. Да, я видел, я смотрел, у меня бинокль не понял, кто это. Оху, давай до домов дойдем до первых, там уже похуй. Давай, давай. Под домом черным приехал. Сейчас стамину наберу. Под ноги смотрю внимательно. Скинер расставлен. Вам. До домов-то добежали, нет, ребят? Мы около домов. Да, думаю, что все эти полезные. Да-да-да, первый домов надо пройти глубже, потому что сейчас спину бить будет быстро. Ёб твою мать! Ёб, блядь, севернее дома! Пошли, пошли отсюда. Живы, живы, Саш, надо уходить на восток, вон. Бежись, бежись. Уходим отсюда, уходим, срочно. На восток. Проверка связи. Слышишь, что такая тишина была гробовая, блядь. Дом зашел чищу. Так, мужики, короче, смотрите, в район церкви подойдем. По улицам будут стоять. На 70, на 70 с вышкой к бегал. Мины будут стоять. Смотрите внимательно под ноги, блядь. Прям растяжку, ее будет видно. Что домов здесь будет? Дом видите, блядь, этот штукатурный на 40? Нет. Ну пойдем, 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 мы увидим. Пошли.
Опа, мина. Если что, то могу какую-нибудь взорвать, у меня 3 взрывчатки с собой. Там сейчас стену будет. Ребят, аккуратно, под ноги смотри. Здорово, пошли воевать, что-то. Наши стоят впереди по собой. Понял. Куда ушел-то? Урал! Да вот ты за сарайкой. К стене надо дырку делать. Пойдем. Через желтый дом пойду, значит, ровно на север. Стой, какой желтый дом? На север, короче, двигай. Видел меня? Да, я. Где? Делаем справа, да? Вот справа от амбара делаем дырку. Смотри, вот район дымов, видишь? Блять, опасно, нахуй. Давай, ну, справа от амбара, в угол въебу, нахуй. Давай. Есть дымы? Закидай угол дымами. Нет дымов, приятно. Понял, сейчас я раскидаю свои. Я пошел минировать. Я потом попробую поднять. Давай, давай. Я не могу минировать, здесь раненый. Сейчас это зачем? Твой? Вот. Я сейчас дымов эвакуирую раненого, потом заминирую. Санта ведется с поля, по мне огонь, блядь! Справа! С развалин! Не знаю, я правильно его тащу. Да, блядь, это анимация ебаная, нахуй. Полчаса еще. Брось, не брось. Брось, ребят, пришел. Давай, все, я минирую, просто тихает. Стой, погоди, стой, стой, стой. Минируй, минируй, минируй. Все. Да, блядь, дальше. Отходи, отходи, сейчас будет взрыв, блядь. Я прихожу. Сейчас будет взрыв, парни. Взрыв. Хорош. Дыра есть? Не видно пока. Хонда, что, у тебя противник с северо-востоке? Куда ты смотришь-то? Мы же там дырку сделали. Урал, развалины, смотри, развалины в район Красного дома, по этому бункеру налево. Ай, зима. Направо. Сейчас я пинту не могу. Так, забор упал, дыра есть. 320. Принял. Развалины не вижу. Дырка дыру, есть. Пошли, 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 пошли. Ранен, ранен, ранен. Принял, когда я гранату видел, тут стрелять. Слева там пара стрелять, дыре. Граната пошла туда. Еще одна пошла.
Понял, там свой слева тамбара. Сюда, 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 заходи в дыр. Прикрой меня спереди. Захожу. Крою, бедуйся. Дал морфин, все, строй. Пошли. Бля, я своего градом закидал. Ну, он вроде живой был. Держу бункер, Саныч. Как там, в амбаре есть кто, нет? Не знаю, гранату даю вам. А ты живой? Есть, заходи. Заходите, заходите, ребят, надо чистить триггер, блядь. Милей. Феникс, на северо-востоке справа, вижу, сарайка с дверью открытой. Там в ней враг сидел. До сих пор сидит. Сидит СВДшник там, СВДшник. Благодарю. СВДшник там, блядь, на северо-востоке. Сука, блядь.